Строится фельдшерско-акушерский пункт, практически готов физкультурно-оздоровительный комплекс. Эти и многие другие социально значимые проекты реализуются в сельском поселении Огудневское. Ход работ проверил заместитель главы администрации Щелковского района Никита Никулин. В деревне Душоново строится фельдшерско-акушерский пункт. Строительство на сегодняшний день идет с отставанием где-то около месяца. Ну, подрядчик обосновывает это подведением коммуникации. То есть, в принципе, сроки принесены где-то на 35-37 дней. Вот. В принципе, строительство сейчас началось уже очень активно. Вот. Подвели воду, подвели свет. Основные работы по строительству ФАПа планируется завершить в течение полутора месяцев. В здании разместятся медкабинет врача общей практики, оснащенный всем необходимым оборудованием, и жилая зона. Типовой проект возводится в рамках программы «Стоп ФАПа» в Подмосковье. Аналогичный пункт недавно был открыт в поселке Клюквенный. Почти завершены работы в физкультурно-оздоровительном комплексе, открытие которого с нетерпением ждут жители Огудневского. Спортивное учреждение будет предназначено для игровых видов спорта, таких как баскетбол и мини-футбол, а также борьбы и легкой атлетики. Есть здесь и тренажерный зал. Практически все оборудование уже закуплено. Подведены коммуникации, в спортзале завершается заливка полов по специальной технологии. Мы планируем, наверное, все-таки до 1 февраля закончить документально. Вот, документы ГАСН поданы сегодня, Минстрой. Само собой, мы должны на следующей неделе подать документы и планировать открытие после получения разрешения на ввод в эксплуатацию. До открытия и в ФАПе, и в комплексе планируют также провести благоустройство территории. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».